Обрати внимание, на той стороне стоит автобус. Я вижу. Как он называется? Шикарус. Молодец, он называется. Я уже сразу на него обратила внимание. Он называется Шикарус, верно. Ой. Что говоришь? Офис на колесах? Да. Наталья. Нам нужен сказать? Такой автобус. А? Нам нужен такой автобус. Нужен такой автобус. Просто стратегическая необходимость. С какой цель? Не, ну пусть не такой, объясни, но... Объясни спонсор, с какой цель? А как с какой? Офис на колесах, мобильность. Прекрасно. Что ты там будешь делать в офисе на колесах? Работать. В каком направлении? Разрабатывать стратегические планы развития. Чего? Кого? Движение. Так можно как-то стационарно, так, например. По поводу того, что я хотела сказать, когда мы ждали электричку. Такая мысль меня посетила. Меня слышно хорошо? Да-да. Так вот, что на меня навеяло? Твоя речь и вчерашние комментарии, которые я прочитала. В интернете? Да. Что я нашел новую бабенку? Ну да. И о том... об Эдломассе, которая нас окружает. Вот это, кстати, показатель. Во-первых, не бабенка, а женщина. Ну, он маму так свою называет. Любовь к женщине должна прививаться с детства. Ну, то есть, но это не главное. И не главное альтернативные источники энергии на самом деле. Не с этого надо начинать. Надо начинать с развития своей собственной духовности, с развития своего собственного «я», ощущения мира, более глобальные вещи, более глобальные задачи нужно ставить. То есть, как вопрос, для чего мы живем, какая у нас миссия. И тогда, вот тогда, когда поменяется наше мировоззрение, не только нашего узкого круга участников данного проекта, но и вообще населения земного шара, вот тогда, мне кажется, и произойдет тот самый скачок. Ты хочешь сказать, что не надо ждать перемен, начни с себя, да? Да. Будь образцом. Да, да, да. Быть образцом для подражания. Молодец, Наташа, Вот, что хотела сказать. Актуальная блондинка Мими, золотая, она же золотая рыбка. Да кто Мими? Кто придумал про Мими? Вы сами. Это ты начал Мими. Да где-то я любя. Я пропагандирую любовь, мир во всем мире. Любовь и мир во всем мире. Мое женское начало. Ромашки у эти. Телефон называется. Несет любовь. Конечно. Это мое призвание, мое предназначение. А игрушки с беспроводными источниками питания – это дело мужчин. И я не занимаю эту нишу, потому что она не моя. И поскольку оператор вчера сопровождал тебя, заканчивая до конца, начали комментарии Ютуба. Популяризируем. Что ты сейчас сказал? Ну, поскольку я сопровождал тебя, поэтому в поле зрения камеры, ну, была ты со своими женскими делами. А чем бы я еще хотела закончить свою мысль? Нужно смотреть не только на картинку, что мелькает девочка, улыбается и блондинка. Надо смотреть между кадрами, на фон. 25-й кадр. 25-й кадр, не говори мне под руку. Она сама запутается. Да. То есть наблюдать не конкретно за мной и за тем, что я говорю и почему я здесь, а обращать внимание на то место, где мы находимся, почему мы туда приехали. Мы же не просто так, ну просто слоняемся и снимаем нашу личную жизнь. Они только это и думают. Ну ты что? Что? Ну конечно, нам больше делать нечего, мы только делаем, что слоняемся, снимаем свою личную жизнь, выпячиваем. И вот, кстати, последняя была конференция, в которой я участвовала, ну, моя, я имею в виду, в которой я участвовала, где была Катюша, которая поставила, в принципе, реальную задачу. То есть, она выложила на стене ВКонтакте. Да, я вчера видела, что она выложила на стене ВКонтакте свои мысли по поводу проекта, то есть главная цель существования проекта. Много ли откликов? И вот вчера я обратила внимание, там было 4 лайка, но ни одного комментария, хотя, в принципе, информация была выложена именно для размышления. Потому что на кухне все гораздо разговаривают. То есть разговаривать и оставлять какие-то... Быдло.
так. Вот вы меня сбиваете, ребят. Вот в кои-то веки, Вась, ну, вот эта девочка с золотыми глазами, Мими, золотая рыбка, открыла свой рот и говорит какие-то конструктивные вещи. И вы меня перебиваете. Господи. Кто это вы? Зачем ты мешаешь? Вот. Вася. Так и есть. А, ну так вот, ни одного комментария по этому поводу не было. Хотя нам очень интересны мысли тех, кто смотрит данные видеоролики. И каким вы видите проект, что можно скорректировать, чтобы он был, чтобы была информация подавалась более ясно, чтобы ее все понимали. Там, если вы не хотите видеть эти ролики под названием там «Жизнь», да, «Global Wave», ну, мы их пустим отдельной линии там. То есть очень интересна обратная связь, которая, к сожалению, не существует. Да, откуда 230? Ты опять начал? Нет, Ярослав, к тому, что численность просмотров видео 200. Да, самое интересное, появилась бабёнка, но ее почему-то смотрят. Но все прекрасно понимают, что бабёнка, но просмотры, вот эти клики, они есть. То есть по 300 просмотров, по 200 просмотров. Ярослав уже всем надоел, поэтому они пытаются понять, где он очередную дуру нашел, которая начала на него батрачить. Меня завербовали. Шутка. По доброй воле. По доброй воле, да. Ну, на этом, собственно говоря, я свой сюжет завершаю. Все, спасибо большое. Спасибо.